Шахерезада Римского-Корсакова, Болеро Равеля, симфонические танцы Рахманинова. Эти шедевры мировой музыки исполнил Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом легендарный Валерий Гергиев. В Самаре прошло 2 концерта в рамках 23-го Московского пасхального фестиваля. В программе оперы Чайковского «Иоланта». Ее исполнителями стали не только гости региона, но и артисты хора Самарского академического театра оперы и балета. И мы, безусловно, сегодня под огромным впечатлением от той прекрасной музыки, от того исполнения, которое здесь прозвучало. Я хочу сказать, что это большая работа большой команды, в том числе и нашего Самарского академического театра оперы и балета. География пасхального фестиваля обширна. Он проходит в 24 городах России. В этом году выступления посвящены памятным датам и юбилеям великих композиторов. Чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинку. Самара уже 16-й раз принимает участие в фестивале. В числе зрителей – семьи военнослужащих, почетные граждане города и общественные деятели. Большое событие для нашего города, для Самарской области. Очень светлое, возвышенное, прекрасное настроение и огромная благодарность, что этот фестиваль сегодня на нашей самарской земле. В рамках пасхального фестиваля один из концертов благотворительный. На него по традиции приглашают музыкантов региона, учащихся и педагогов детских школ искусств, музыкального училища, института культуры. Это мое первое посещение симфонического концерта. Я в предвкушении и хотела бы понять, насколько симфоническая музыка мне близка. Как увидели афишу, я сразу купил билет и ждали очень долго этого концерта. Программа фестиваля разнообразна – хоровая, симфоническая и звонильная. В этом году звонильная программа охватила 23 храма Москвы, Санкт-Петербурга, Истры, Сергиева Посада и Вологды. Пасхальный фестиваль продлится в стране до 16 мая. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.